Потерпевшая, что вы можете добавить в суду по делу гражданина Новикова? Я полюбила его с первого взгляда. Но от любви до ненависти один шаг. Он его сделал, теперь я его презираю. Подсудимый. Расскажите, как было дело? Граждане судьи, граждане присутствующие, во всем виновата она. Не верьте ему. Я говорю, во всем виновата она. Любовь с первого взгляда. Это было в понедельник. Я гулял по улице, и вдруг я увидел ее. О! Как она была хороша. Я не мог оторвать от нее взгляд. Сколько времени вы были знакомы? Мне кажется, что-то часов 10. Он лжет, он лжет. И потом, граждане суд. Что значит эти сухие цифры по сравнению с чувством, которое охватило меня? Может быть, это длилось и целый день. Для меня это была вечность. Удивительно плоский тип. Что? Плоский тип, говорю. Мы гуляли по улице. Ходили в кино. Сидели в ресторане первого разряда. На танцах. Еще в музее и на стеклянной выставке. Потерпевшие, не перебивайте. Продолжайте, подсудимый. И вот под вечер. Сердцу больно. Точнее, на закате. Мы чужие, разные у нас путь. Я не знаю. Она стала моей. И вот я перед вами. Судите, граждане, но примите во внимание, во всем виновата она. Любовь с первого взгляда.